туда записывать. Туда. Добрый день. А? Вот мы сейчас находимся в городе Шахты. Пока видео. Да. Напротив администрации города Шахты Ростовской области. Вот гражданин вышел в одиночный пикет. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Шевченко Виктор Викторович, проживаю в городе Шахты. Живу здесь уже довольно давно. Ну, в Ростовской области 26 лет, в городе Шахты 16. Я так понимаю, вы решили поддержать вот жителей Хабаровска? Да, всей душой, всем сердцем. Потому что выходит до 100 тысяч людей, выходят, почему в маске? Ну, провокаций много, поэтому коронавирус, поэтому я в маске завалил. Вот, самоизоляция. Поэтому поддержать, потому что я считаю их настоящими героями, настоящими героями. А первый плакат: никто никогда мне в моей стране не запретит кого ненавидеть, кого любить. Я уже 100 раз это говорил. Я говорю, я ненавижу эту власть. Она ничего не сделала. Не только для меня, я считаю, а и для основной массы людей. Вообще ничего. Все ветви власти, все три, они все в монолите. Я ненавижу законодательную, исполнительную и судебную власть. Я сам представлял интересы 10 лет. Знаю, что такое судебная система. Это просто ужас. Я так считаю. Вот и все. Насколько все ангажировано кругом. Вот, это мое глубокое убеждение. А чтобы любить власть, для этого нужны поступки ее, извините меня. Они, люди должны в страхе жить, как я считаю. Это мое глубокое убеждение. Большинство людей просто в страхе живет. Поэтому в страхе невозможно любить. В страхе только угнетение может быть, больше ничего. Поэтому я вышел и написал, что уже дальше невозможно, поверьте. Когда я вижу, сколько деток умирает от рака, от лейкемии, каждый день по 2, по 3, по 5 миллионов, десятки детишкам нужна помощь, если не сотням. И миллионами тонн продается нефть, газ, все виды углеродов продается, оружие продается, лес продается, извините меня. Вот, поэтому о чем тут говорить? Мне просто не о чем говорить. Все.